выходить сюда, артисты. Давайте расскажем. Видите, даже как по-разному голоса раскрываются у кого на технике, у кого акустически. Вот вы, наверное, уже заметили, да, у всех разные. Ну, в общем, это огромная работа, огромный мир, очень сложный и очень интересный. Поэтому я думаю, что никто не жалеет, что вот этим решили заниматься с раннего детства. Вот. Ребята, ну, молодцы все, просто потрясающие, потому что они грандиозную работу проделывают. Если сопоставлять, вот, что происходит даже в очень таких серьезных коллективах, в каких дозировках там проходится материал, он, конечно, у нас немножко по-домашнему непричесанный, недоделанный, потому что шлифовать — это немножко другая задача. У них сейчас такой просто вот широкие возможности, много песен в голове, много всего будет, это все где-то там откладываться, постепенно выстраиваться. Вот. Но у каждого уже личность проявилась артистическая, да. Конечно, сегодня они стеснялись и не все продемонстрировали. Гораздо свободнее все это происходит на репетициях, но это естественно, потому что, да, выносить все на сцену — это особая работа, особое искусство. Вот. Я очень довольна, мне очень приятно работать, потому что если первые там полгода, самые первые, было тяжело, то сейчас одно удовольствие. Они очень работоспособные, они фантазийные, они откликаются на все, они очень внимательные, они очень тонкие, очень интересные. В общем, я получаю огромное удовольствие от общения. К концу года немножко устали, я чувствую. Вот, потому что все-таки требование вот сделать репертуар вынуждает повторять одно и то же. В их возрасте это очень сложно делать. И поэтому некоторое было уже напряжение, что мы уже это все не можем, но при этом нам надо вот довести до концерта. Молодцы, я вас поздравляю. Спасибо.